День рождения может для кого-то праздник и грустный, но об этом явно не слышал художественный руководитель театра Джинта Латина Тудор Церне. На днях, а именно 22 февраля, ему исполнилось 70 лет. Театральный деятель, надежный друг и любящий отец был рад каждому, пришедшему на его праздник. Мы обнимались, целовались. По большей части я многих давно не видел. Отчего был рад снова с ними увидеться. Среди подарков картины, духи, вазы. Также я получил медаль от министра внутренних дел. Я ее заслужил, потому что по ночам сторожу свою жену от похитителей. Поздравить юбиляра пришли его родственники, друзья и коллеги. Кто-то знаком с ним еще с детства, а кто-то открыл для себя его творчество относительно недавно. Однако каждый отмечает господина Церне в первую очередь как человека душевного и общительного. Мы желаем ему только крепкого здоровья, потому что все остальное, что должен иметь настоящий мужчина его лет, у него давно есть. Тудор – человек с большой буквы и настоящий друг. Он заслуживает тысячи поздравлений. Я знаю его уже очень давно. Он значим не только для искусства, но и для каждого из своих близких. Мы желаем ему здоровья и долголетия. С ним культура нашей страны становится богаче. В такие дни произносятся самые прекрасные слова. С Тудором мы знакомы со студенческой скамьи. С тех пор я всегда следил за его ростом. Он потрясающе талантливый и разносторонний человек. Я желаю ему долгих лет жизни и всегда стремиться к вершинам национального искусства. В свой день рождения Тудор Церне не только принимал, но и дарил подарки, среди которых книги собственного сочинения и представления на сцене родного театра. Праздничные хлопоты вместе со своим супругом разделила и Зинаида Церне. Вместе они уже 47 лет. Секретом долголетия своей любви супруги называют понимание. Выступление вызвало только самые положительные эмоции у зрителей, как в принципе и вся творческая деятельность господина Церне. На протяжении 70 лет он создает образы, вызывающие добрые улыбки, а его постановки всегда приправлены простым и понятным народу юмором. Продолжая дарить радость окружающим, Тудор Церне вошел в Новый год своей жизни.